У меня есть повод пройти эту игру заново. Привет, милый! Я хотела поздороваться и сказать, как я тебя люблю. О, кстати, скоро я вернусь домой. Ура! Поскорей бы разделаться с этой работой няньки. И вернуться к любимому мужу. Я скучаю. Мне надо работать. Люблю тебя, Итан. И очень скучаю. Посылаю тебе тысячи поцелуев. Пока, милый. Итан, ты был прав, я лгала тебе, нельзя было, но я могу сказать лишь одно, если получишь это. Сунхан, да. Держись подальше. Надо субтитр отключить. Озвучка правильная, субтитры неправильные. Субтитры оригинальные, короче, но они говно. Сабы не соответствуют, и я еще раз повторяю, почему. Алло. Эй, это... Потому это что это... долбоебы капкомовские. Ты как? Вчера ночью ты просто исчез. Да, да, нет, я в порядке, в порядке. Дело в Мии. Она не погибла, она жива. А, она вернулась. Они нашли ее? Как? Что произошло? Я не знаю, слушай. Не знаю как, но она вернулась. Она как-то вернулась. Может, это розыгрыш, но ФПС она просит за ней приехать. Далви. Далви, Луизиана. Чувак, уже 3 года прошло. Я знаю, знаю. Но что, если это она? Я должен это выяснить. Каком последние 3 игры отвратительные сабы просто. Просто говнина. Говорят одно, короче, в оригинале. А переводят хер пойми как. Я лучший водитель, буду смотреть в потолок. Ну ладно, нет так нет. Я не знаю, будет лагать, не будет лагать. Сейчас проверим. Я на месте. Красавчик. Ну пока вроде не лагает. Ну я так что-то поглядываю, ну вроде 60 FPS. Как тут играть-то? В найти Мию. Окей. Я сижу такой, думаю, что мылит. У меня с какого-то хер 460p стоит. Бля, может на геймпад сесть? Бля, давай на геймпад сяду. Вообще не хочу, блядь, на клаве играть. Go tell and Rudy. Go tell and Rudy. Go tell and Rudy. Everybody is dead. Блять, мышка по центру экрана, сука. Берите мышку нахуй. Как бегать-то здесь? Блять, L3. Ну спасибо, капком. Как всегда, ебать. Здрасте. Open is the door, шницель. Чё это? Присоединяйтесь. Хорошо. Прими её дар. Ты не смотрел Фианора? Три поросенка, короче, от Warner Brothers. Там это... Волк был немцем, ёпта. Он из Дедора Шницель. Нам трутен, трутен. Знаешь, что это? Типа, я сейчас сдуну. Да ем, люди!
Ну, видел? Надо будет скинуть Дискорд. О! О, ёпть. Здорово. О. Не, ну надо войти точно. РС? Что такое РС? Правый стик, что ли? Фу, блядь, не трогает говно. Бэээ. Он идет туда, потому что жена его. Он думал, что жена умерла. 3 года ее не видел. Не слышал ничего от нее. Ему похуй сейчас, если честно. Тексас! Так, Игорь, рюкзак, хорошо. Че не лагает? Я вижу, что пару FPS проседает. О, качелька. Давай качельку качнем. Ой, красиво. Бля, может не пойдем, не видно нихуя. О, спасибо. А Диснея нет. Это знаешь вот это вот, как это? Где волк из маски? Вот этот волк. Ау, вот этот. Че это? Не следят за ним с вертолетов. Че тут? Бля, я забыл, надо было демку поиграть сначала. Ладно, хуй. Демку ж обновили. Я вот этого ждал, на самом деле. Вкусничка! В смысле демку? Там, короче, если демку пройти, тебе дают монетку. Более 20 человек пропали без вести за 2 года. Там дадут какую-то приколюху, какую-то монетку, которую можно будет потратить в игре. Дополнительно. Но там что-то хер вот тучу всяких штук надо сделать. Чего? Да бля, я помню, что тут, блядь. Алло. Ебать. Ебать кнопку. Не работает. Я предвидел это. Видеозапись заброшенного дома. Спуки. Короче, если не забудешь, скину, хорошо. Я обязательно забуду. А чё, а где куклы? А чё, где куклы? А куклы где? А куклы где? А где куклы? Ты куда? Я вперед. Не знаю, куда. Нам вообще сюда. КГБ? Чё это? Ничего, ясно. Понятно. Так, не хватает предохранителя. Спасибо. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Похоже, это владелец. Это секретная штука. Но мы про нее знать ничего не должны. Где там мой эптовидик? Сейчас, блядь, включим эптофильм с Ван Даммом какой-нибудь старый, блядь, давай. Я в демку играл, знаешь, сколько? Это ужас. Часов, наверное, 16 подряд. Кленси Джарвис. Джавис. Бу! Где ты взял этого парня? Где ты его откопал? Отвали, Пит. Эй, я работаю только с профи. И, кстати, позаботься о звуке, а не как тогда в Амарило. Уже, блядь, 2 года прошло. Неважно. Да, на русском, все на русском. Он новичок? Не нравится он мне. Я сейчас тебя слышу. Не удивляйся.
здесь, если придется искать замену. Новый план. Сначала походим внутри, а потом снимем вступление. Ну да, как и всегда. Только не забудь про название шоу, ладно? Не вопрос. Сегодня в ужасах канализаций очередные ебеня. Доволен? Я предвкушаю сейчас мою любимую фразу. Предвкушаю, как она будет звучать на русском. Unfucking believable. Damn! А ты силен. После вас. Чека-оператор. Так, зачем мы здесь? Ты не подготовился? А зачем? Хрена в том, жуткие звуки. О, тут призраки. Пиздец, я когда-то ведущим был. Ты знал? Помощником ты был, а не ведущим. Чё? Ничего. Мне нравится русская озвучка. Ферма, пропавшая семья, возможно, убийство. Как обычно. Я хотел сабы отключить, но я их не слушаю. 3 года. Вернее, не читаю. Клэнси, сними-ка это. Отличная перебивка получится. Итак, семейка деревенщин пропала. Не деревенщины, а бейкеры. Джек и Маргарет Бейкеры. Они были тихими, но не отсталыми. Хотя были слухи про их сына Лукаса. Типа дурная кровь. А, блин! И зачем я только надел свои лучшие ботинки? О, черт! Хорошо, что у меня прививки сделаны. Хотя... Это же отличный фон. Андре, как думаешь? Андре? Андре? Андре! Клэнси, ты видел, куда он пошел? Нет. Давай, фраза. Где он? Невероятно, сука! Последний раз с ним работаю. Знаешь, продюсеры-то временные, но хорошие операторы вроде тебя, Клэнси. Держись рядом. Невероятно, сука. Что-то тормаживает чуть-чуть. Что за нахуй? Ты слышал? Андре? Да где он, блин? Андре, мужик, ты где? Субтитры? Говно. Просто я еще раз повторю, субтитры капкомовские. Субтитры капкомовские. Они плохие. А они чисто по тексту, ну. Привет, Самета. Что за черт? Да вы, блядь, шутите. Так, новый план. Ищем Андре и сваливаем отсюда. Нахуй это шоу. Не, мне норм. Отстает звук. От губ. Почему-то. Не знаю. Ты первый. Хочу, чтобы ты заснял, как я геройски спускаюсь вниз. Так что... Ты первый. Я увольняюсь, нахуй.
пошел ты. Ладно. Хули он. Герой, блядь. Чтоб тебя нахуй крысы съели. Козел, блядь. Ну, так я об этом и говорил. Седьмой, второй и... И этот. Что там? Там что там? Не ебу, что там. Привет. Слышь, ведьма из Блэр. Ты чего, блядь? Ой. У тебя что-то это... Потекло немножко. Ноги! Окей. Уй! Во втором, в седьмом и в третьем. Отвратительные субтитры. Хуже, блядь, некуда. Перевод какой-то, блядь, как будто для детей 12-летних. Он говорит фак, они пишут блин. Он говорит окей, он говорит это хорошо. Ну или ладно, что он там говорил, не помню. Как будто, блядь, слово окей нельзя перевести как слово окей. Блядь, универсальная хуйня. Чё, блядь? Зачем это переводить, я не понимаю. Переводили как нужно тогда уж, что все, все правильно. Да, давай. Давай, короче, буду писать окей, все правильно будешь переводить. All correct, знаешь, как это изначально было. Ну, когда типа какие-то два чувака умных придумали, что, ну, all correct. Все верно, но неверно, знаешь, писать это. Это умно. All correct. Теперь ты знаешь чуть больше. Познавательный стрим, Эдончик. Я? Да я смирился. Вторую часть уже озвучили. Они сейчас, эти же люди, работают над обработкой звука. Все. Озвучка закончена. Всех персонажей озвучили. Обработка. Все. Ну, по крайней мере, я где эту озвучку взял, я там увидел, что как бы есть еще и вторая часть. Возможно, потом третья будет. Блять, иду. Это не я. Это не я. Игра тиховата. Но я ничего не могу сделать, она у меня на максимум включена. Привет. Купаешься? Ну хорошо. Я тебя не трогаю. Я могу глянуть, конечно, в параметрах звука и музыки. Но он реально на десятку стоит. Единственное, вот что я тут могу поменять, это вот на большой диапазон. Но это, ну, погода не сделает. Это Джиджикрю. Блять, что? Чё ты кремишь? Креми! Чё это? Что там? Цепь. Окей. Так, ищем чем ковырнуть. Что такое? Бен мертв. Хред обращен. Артур обращен. Тамара обращена. Крейг мертв. Лейла мертва. Шон мертв. Мертв. Трэвис обращен.
Питер мертв, Андрей мертв, Кленси жив. Кленси живой. Оператор жив. Ой! Так, а тут что-то еще есть? Блин, лучше бы я сюда не заходил, что за жесть тут происходит. Да чё страшно? Чего, не видно ни хера. Эй! Да, побежали. Громче стало хоть или нет? Как он может быть жив? Легко. В DLC узнаем. Мичка, 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 Мичка. Мия, слава богу, я нашел тебя. Это я, это Итан. Итан? Итан? Ты в порядке? Зря ты пришел. О чем ты? Ты же меня позвала. Нет, нет, я бы не стала. Правда? Кто-нибудь тебя видел? Он тебя видел? Он? Кто еще здесь? Что происходит? Папочка идет. Надо уходить. Папочка? Надо уходить. Быстро. Эхо появилось? Чё? Кого ещё эхо? Виртуальное окружение звучит. Ну-ка, что это такое? Куда ты меня ведешь? В безопасное место. Так ты скажешь мне, в чем дело? Милая, тебя не было 3 года. 3 года? Что, правда, 3 года прошло? А ты думала, сколько, блядь? Чего? Чего? Что это за место? Что они с тобой сделали? Не сейчас. Сначала надо выбраться. Угу. Думаю, нам сюда. Чего? Чего? Я тебя 3 года не видел. Дай потрогать ты жену-то, блядь. Ёпта, ну... Мия, нам надо поговорить. Когда я увидел твое послание... Не я! Это не я! Но это правда. Хорошо. Это не я. Не я! Ладно, хорошо. Но что все-таки происходит? Я ничего от тебя не скрываю. Да? Я тебя 3 года не видел. Бубляк. Мия, нам точно сюда? Они здесь приносили мне еду. Пока не видят. Я вспомнила. Вот, пришли. Мы на месте. Я помню эту комнату. Здесь должна быть дверь. Я уверена. Ее больше нет. Она исчезла. Исчезла. Да не паникуйте. Мы станем семьей. Раз уж ты здесь. Чего? Здесь есть другая дверь, я уверена. А, через которую я прошел, может быть, через нее уйдем? Ты че, блядь, как, сука, театральная актриса-то, блядь? Села, блядь, на диван, ёб твою мать.
Чего? Мия. Надо отсюда выбраться. Бубляк. Нет. Просто будь здесь, ладно? А я осмотрюсь. Е-001. Не придаем значения таким мелочам. Ну, ну ок. Я на куклу посмотрю пока. Чё ты там? Чё ты? Ты чего? Ну вот, кто-то её уже это приходовал. Такое. Мия, ты где? Мич! Мич, ты где? Я тебя ищу. Нахуй это у вас? Чё двери-то открываются сами у вас? Чё за дом у вас такой странный? Чё тут есть? Ничего. А. Открой. Отец. Не, ну ты видел, ты видел. Карта гостевого домика. Роскошно. Так, хилки подъехали. Достали. Никого нет дома. Та-там. Кто там? Кто там? Кто там? Да никто, блядь. Привет. Ты чего? Привет. Ебать. Подруг, ты чего, блядь? Ты чего? Ты чего? Да иди ты нахуй. Уйди. Ай. Блядь. Пошла нахер. Чего? Стой. Да уйди ты! Как нахуй дам, блять, ты чего? Да иди ты нахуй! Да что тебе надо-то все? Уйди! Не надо! Ты, блять, с ума сошла, что ли? Вот и все. Не стало Билла. Жадность Билла погубила. Он живет на дне, там что-то там в жизни мало что успел. Мия, ты чего? А, привет. Ну ладно. Окей. Ты чего? Хорошо, сейчас уйду, блядь. Драка, блядь. Ай, блядь, боль. Ну все, стерва. Эй,
Я случайно. Ну я случайно. Ну ладно. Алло, милиция? Я бабу убил. Ахихай. Не стоило тебе приходить. Кто это? Что за хуйня здесь творится? Меня зовут Зои. Через чердак можно выбраться. Чердак? Иди туда. Живо. Ну, свою, в смысле. Бабу свою. Полечиться, что ли? Не. Окей. Ну как убил? По-моему, она ушла. Блять, нахуя вы поставили на... Рядом с кнопкой удара кнопку лечения. Вы чё, блять, издеваетесь? Такое. Она ушла куда-то. Мия! Мия, ты тут? Мия! Кис-кис-кис-кис-кис, блядь. Мия! Я вижу следы. Чика идет по горячему следу. Она была здесь. И где ты? Выходи. Ты где? Ты тут? Я знаю, ты здесь. Где ты, стерва? Ху, сука, убью тебя. Ты где? А ты чё? Ты куда делся-то? Тебе скучно, что ли? Ты куда ушла-то? Алло? А жена? Жена? Ну вот странное. Ты где? У меня есть плоскогубцы, точно. Я могу... Чего это было? Okay. Предохранитель. Класс. Класс, 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 класс. Да, я сменил логотип канала вчера. Сейчас что-то мультик вспоминаю. Как это... Где, короче, это... Волшебное кольцо, что ли, назывался? Где, короче, это... Чувак кольцо одевал, загадывал желание, но сбывалось. У нее еще была кошка и собака. Да, вот это, когда, короче, у него кольцо украла, невеста его, блядь, сбежала с каким-то чуваком в другую страну, блядь, они его нашли, пес и кот, и вернули кольцо назад. Этот чувак, короче, это, Андрюша, вернись, мы все простим. Вот такой просто, не жена она мне более, не жена, блядь. Вот. Тот же момент просто, такая, знаешь, я ее топором заебенил, она встала, все еще ходит. Не жена она мне более, не жена. Эй, жена, ты где? Жена! Жена, выходи. Ну там такой же стиль анимации, да. Да-да-да-да, пол царства в предать. Привет. Спокойно, спокойно, ты же... Я знаю, ты это не нарочно. Так я же говорил, что я случайно. Ты чего? Все равно не стоило. Ты чего? Пиздец, как больно. Пиздец, как больно? Ты чего? Ты чего? Почувствуешь.
Вот это было классно. Вот это вот. Бля, мать, у меня обрубок, слышь. Хочешь, блядь, я ударю обрубком? Нык! Блядь, моя рука, можно назад приклеить ее? Использовать руку. Выкинуть. Нельзя руку выкинуть свою, что за хуйня? Ну ладно, пойду. Руки, правда, нет уже. Ну как шмётком, блять. Шмётком просто. Кнопки нажимать сейчас будем. Все, рука уже не болит. Это блок, это новый блок мой. Это мой новый блок. Что ты делаешь-то, блядь? Так, а пистолет где-то? Что? Может, тут где-то? Че это? Патроны. А у меня нет пистолета. А пистолет? Пистолет! Ю-ху! А пистолета нет. Нет, нет. Пистолета нет. Пистолета нет. Нет, нет. Пистолета нет. Значит, я пропустил. А пистолета нет. Нет, нет. А пистолета нет. Я пропустил пистолет. О. Будешь моей женой новой? Я смотрю, ты в теле прям. Руки загребущие. Руки под пальто. Ладно. Чего тебе хорошо-то, блядь? Ты дурак, что ли, нахуй? ЛТ прицел, РТ атаковать. Хорошо. А Мия под пальто. То. Как он будет перезаряжаться? Давай проверим. А как перезаряжаться? Бля, давайте гарем устроим. Вы такие, смотрю, норм все, да? А, ну привет. Ебать ты, психичка, блядь. Ты что, блядь, ебанулась? Я предупреждаю. Я предупредил тебя. Я тебя трижды предупредил. Всё должно быть уничтожено. В ляжку. Стреляй в ляжку. Да. Так и закончилась эта история. Нормально. Ничего страшного. Мозг не задет, все хорошо. Все верно, мозг не задет, значит все нормально. Эй, а где патроны-то все, блять? Алло, я же там патронов нашел, нет разве? Или типа чекпоинт был здесь? Да нормально с геймпада играть, смотри, какая веселуха, блядь. Первый враг, короче, и все, блядь, я труп. Нормально же.
Вот, 32 патрона. Мия! Ты знаешь, это заметно. Я еще когда ты в первый раз, когда на меня накинулась, я уже сразу понял, ты меня прям любишь. Ну, все правильно, бьет, значит, любит, да? Ну и что мне с твоим телом теперь делать? Пойду в милицию позвоню, да? Алло, милиция? Добро пожаловать в семью, сынок. А, привет. Ну ладно. Не пойду в милицию звонить. Ты как... Че? Какого хуя? Он меня телепортировал, по-моему. Нормально ударил. Я вообще-то две комнаты пролетел. Хорошо было, чё. Когда проходил игру? Год два назад, наверное. Может, год? Не помню. Как я запою? Ай, только не вздумай нам здесь помереть, пока дело не сделаешь. Буду как этот петь. Как это. Cool spot. Ло! Степлером руку пришили мне. Заебись. Целебная соляночка, блядь. У нас в деревне источник был. Соляночки целебный. Так вот, у нас... Коза? Где? Коза попила из соляночки, из родника. Мэр теперь. Да. Привет. Какого черта? Бабуля закисает ее. Да, что на обед? Вы кто вообще? Где Мия? Чего? Это моя муха. Да что ты жрешь мою еду? Это вкусно. Этому говню кушать. У меня руки связаны, вы в курсе? У меня руки связаны, я не могу есть. Вы дебилы? Вы дебилы? Вы дебилы? У меня руки связаны. Давай. Давай. Скажи. Ням-ням. Ну-ка, парень. Давай-ка мы нарисуем тебе улыбочку. Что было? Небось опять тот коп. Знаешь, откуда эти шрамы? Я еще вернусь. I'll be back. Бабуль, 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 ну не закисай. Бабуль, помоги выбраться. Я, бабуль, я еще как Бэтмен, смотри. Эй, эй. У тебя норм все? Чего? Блачка, а? Член сломался у бычка, блин. Пойдем. Так, оружки нету никакой. Зато хита появился. Так, что тут есть?
пивасик, кишки какие-то. 25 апреля, мужчина 30-39, тощий суп гумба. Это вот это вот, это мужчина какой-то? Мужчина 29 лет, полный гриль. Женщина мясистая, жаркое, блин. Нормально вы тут. Жируете, смотрю. Так. Угу. Нихуя, что такая подсветка включена? Что это такое-то, бля? Что это за магия такая? Кушать захотелось. Тоже захотел. Женщину, бля. Мясистую. Так, здесь что-то нужно. Здесь что? Потрошки. Без вести пропали три видеоблогера. Власти штата просят помочь им найти трех мужчин, которые 9 числа этого месяца поехали из Нового Орлеана в округ Делви и пропали без вести. Пропавшие Питер Уокен, Андреа Стикланд и Келси Джавис. Эта троица выкладывает свои видеозаписи в интернет. Все они отправились в Делви, чтобы снять видео для нового проекта. Необычно снимают заброшенные здания и дома с привидениями. Далее, выйти, заебись. Нравится. Это просто персик. Открытая бездна, Клайв О'Брайен. Отсылочки пошли, отсылочки. Клайв О'Брайен, персонаж Resident Evil Revelation. Пила, веревка, ошейник. Под сумму, налог общей суммы. Сколько? На 580 долларов на всю эту хуйню потратили. Вы что, ебанутые? Бля-бабуль! Вот оно что. Тут что-то еще было, вроде. Вот это что ли? Не помню. Нет, нет. В какой-то комнате. Не помню. Не суть. Чё тут? Ключ нужен какой-то, что ли? Похоже, крупкая штука. Возможно, ее можно чем-нибудь сломать. Например, руками, блядь. Гараж. Да не кричи ты. Тиктокеры, блядь. Три тиктокера без вести пропали. Так, здесь я был. Тайминг. Джек. 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 Ой, блять, он меня замер. Думал, вот так просто смоешься с обеда? Да. Пока. Ай, блядь, отстань. Что тебе надо-то, блядь? Дверь закрой. Ты совсем что ли, блять, того? Ладно, делай что хочешь. Некуда.
тебя волновался. Мне пиздец. Здрасте, как поживаете? Блок! Отстань. Смотри-ка, штука какая-то. Бежать! Бежать! Бегом, бегом, бегом. Итан! Итан! Я не тут. Слева. Сук, ты где? Ты где? Родных не выбирают. Слышал, небось? Чего тебе? Иди отсюда. Иди отсюда. Видишь, там твои тут, знаешь, такие. О, блядь, блядь. Я нажат, я в домике. Стой, где стоишь? Нет. Ой, будет! Чего? Чего? Нет. Открывай, посмотри. Не бойся, я еще здесь. Да блин! Ладно, малец, не скучай там. Вернусь за тобой позже. Это жулики. Они замышляют зловещее преступление. Белье дырят. О, кед мой! Переноска. Это почему это? Ебать, что за колдунство-то? Это продолжение Resident Evil 7, еще будет. Монетка. Какая, блядь? А, древняя, я же прочитал деревянную, думаю, что, блядь? Деревянная монета? Это что еще такое? Что это за магия? Че там хп? Да всего, качу кровища. Бля, прям надо мной стоит, сука. Может, не будем вылезать? Марка! Так, это сейв-рум. Он сюда заходить не может. О, смотри, человек какой. У меня оружие есть классное. Нихуя, видал? Альберт. Снижает урон при блоке, эффект усиливается, если даже есть книга суть самозащиты. У меня что-то какие-то еще приколюки, что ли, есть? Нихуя. А, окей. Блять, главный герой Итан в 8-й части. Алло, блять. Вы трейлера не видели? Главный герой Итан в 8-й части. И Крис убивает Мию. Алло, блять. Что за звук? Фигурки, что ли, сраные? Ну, где-то тут вот, да? У меня оружия нет никакого. Алло.
Так. Как тут? О, отмычка. Я забыл, тут фонарик-то есть? Или он здесь автоматический? Осищай. Итан, ты молодец. Зои, так? Какого хуя тут... Заткнись и слушай, если жить не надоело. Ты должен покинуть этот дом. Попробуй идти через главный зал. Ладно. А, на запястье у тебя кодекс. Не потеряй, он важен. Окей. Да, одна... Чертовка. Одноразовый персонаж на две части, да? Охуенно. А Леон тоже одноразовый персонаж. Если чё, да-да. Да-да-да. Так. Чё делаем-то? Нам нужен нож. Закрыто. Что это такое? А, вот тут. Ну-ка, что тут? Ебать, их кул хацкер просто, ну. Чего? А где бабуля? Так, газету мы читали? Да. Да камон. Я что-то пропустил внизу, что ли? Или здесь что-то пропустил? Чего я пропустил-то? Ну, непонятно же. Че? Ты кто? Здорово. Let me out of here. Помогите мне. Погодите-ка, стоп. Так, сэр, вы тут живете? Гланс. Ваш дом? Что? Я? Нет, нет. Ладно, так вот, нам несколько раз сообщали о пропажах людей. Вы не поняли, я свалить хочу. Успокойтесь. Вы не слушаете. Гланс? В доме какие-то психи хотят меня, блядь, убить. Ладно, послушай-ка меня. У тебя ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Издеваетесь? Слушай, как я сказал, у нас... Сейчас ты у меня такого члена получишь, сука, нах. И я не могу исключить чужака вроде тебя из подозреваемых. Хорошо, я все вам... Арисуйте меня, пожалуйста. Вот так. Уже лучше. Почти Дэдпул, да? Иди в гараж, там и поговорим. Стойте, дайте мне пистолет. Да ты с ума сошел. Слушайте, шериф... Его помощник. Точно. Ёбаный перочинный нож. Хотите мой некролог прочитать? Как думаешь, или что будет сейчас? Героем, который спас мою жизнь? Ебучий перочинный нож. Что будет? Ебучий нож? Что будет? Давай. Ебучий ножик? Вот. Ебучий ножик. А теперь иди. В гараж. Живо. Ебучий ножик. И что мне делать с ножом?
fucking pocket knife, ёпта, о, да, ебучий ножик. Чем делать с ножом? Да много чего, смотри. Но не это, блять, кто нахуй назначил? Можно как-то убрать кнопку эту, блять, куда-нибудь в другое место, потому что я, блять, вечно нахуй пытаюсь, блять, нажать на одну кнопку, а нажимаю на другую, блять, заебало. Где это? Как можно это убрать? Да бесит просто ее тоже. Нахуен. Да бесит. Огонь. Ну и чё, где ваш зай? Чё она там просила, короче, просила, и в итоге ещё ушла? Ну-ну. Братан! Эй, нам нужно съёбывать. Сначала ты мне скажешь, что ты тут делаешь один посреди ночи. Я? А вы сами? Это моя работа. А ты теперь потрудись-ка ответить на мои вопросы. Вы мне всё равно не поверите. А вдруг? Эй, открой дверь! Открой дверь! Тебе скажу, что... Нахер! Я вас всех убиваю! Ты что, дурак? Чего, блядь? Давай, давай. Давай. У-ху! У-ху, сука, задавлю, бля, где там? Я ему, по-моему, норм. Здорово. Да. Ну, давай, один на один. На мужика пошел. На мужика пошел. Давай. У-ху! Ты что, живой еще? Ну ладно. Я уйду. Конечная. Блять. Ох, сынок. Ну и что за хуйню ты натворил? Ты что, дурак? Куда он делся-то? Сука. Блять. Ты тверком, что ли, заниматься решил? Слышь, Джек, ты чего? С биг-биг бути, блядь. Ой, бля. Бля, да я только кредит выплатил. Ну чё за хуйня? Ну. Это макака. А, бля.
Поехали. Есть еще что? Ну тут, например. Во, Хилк. Тверкат Джек, блядь. Ладно, давай, бывай. Привет. Внимательно смотришь, сынок. Сейчас ты увидишь кое-что чудесное. Блядь. Как скучно я живу, да? Как ты, блядь, так выстрелил, что очки, блядь, не задел? Нихуя ты даешь. Ну ладно. F! F в чат. Это хиппи. Это я возьму. Так. Спасибо. Джек, лови. Толкни еще чуть-чуть, прям на него, блядь, пойдет. Уй! Ни херашеньки не видно. Почему-то. Да. Там же в третьем... Там же в третьем резиденте та же машина. Просто они осет использовали второй раз. Я не помню, что за это дают. Дают ли вообще что-то? Потом разберемся. Так, я нашел гильзы дробовика. Хуя я даю. Так, это пока выкинь, это тоже пока выкинь. Так, как это делается? А, объединить. А чё? Или как это делалось? С эпоксидкой нужно объединять, чтобы сделать. Я просто не помню. Да. С эпоксидкой. Хорошо. Чё я делал? Я хотел сохраниться. Сделал перив.